Басня номер три из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Черепаха и орел». Черепаха просила орла чтобы научил ее летать. Орел не советовал, потому что ей не пристало. Она все просила. Орел взял ее в когти, поднял вверх и пустил. Она упала на камни и разбилась. Конец басни Черепаха и Орел. Звукозапись сделана Гузель Багудиной, Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.